мне в России, когда хорошо, а когда и не скажешь «хорошо». Жлобство теперь в почете, да лишь YouTube теперь в доме. Если телевизор не включаю, то голове своей лишь помогаю. Тогда все лучше и лучше живется, меньше плохих мыслей в голове пасется. Но приходишь домой, как провизор, и по привычке включаешь телевизор. Оттуда опять дерьмо, вранье, куда ни глянь, не ври, ой-ой-ой. Евреи все евреи, кругом одни евреи. Вот он ненавидит кабалу, пристегнул это течение к врагу. Чуть что сразу негодяй антисемит, как задымит, как забурлит, как засвербит. Землянину ненависть не в зрелище, ведь жлобы на экране смешище. В таком большом количестве еврейская этика, мать ее, величество. Не в России, когда хорошо, а когда и не скажешь «хорошо». Жлобство теперь в почете, да, лишь YouTube теперь в доме.